Так, короче, видео пошло. Забрал я на почте сегодня паялова вот это вот. Называется он койер. Такой вот он, ребята, запечатан, как и вся хрень китайская. В полиэтиленовый мешок. Я его еще не срезал, сейчас обрежу. Смотрим, где этот китайский... Ну-ка, наводи резкость, падла. Китайский паяльник произведен Куэр Чех Репаблик. Ну, короче, это все шняга полная. Ну, для тех, кто любит пофапать на всякие там, блядь, кандан Турция, там, на Made in Турция. Ну, это все Китай. Не верьте глазам своим. Сейчас мы в этом убедимся. Разрезаю дальше пленку. Блядь, одной рукой неудобно. Так. Так, так, некому подержать. Телефон, жена на работе. Я бездельничаю. Так, 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 так. Обрезаем. Вот так вот пленку снимаем. Это приклеено? О, это даже приклеено. А, тут типа, смотрите, тут такая, короче, типа это, типа яй-яй. Типа это у нас тут, это, пломба, вот, да. Снимаем это. Извините, снимаю одной рукой для верунов, которые верят, что кандан это Турция, а койер это Китай. Ну, это все шняга полная, это все одного поля ягоды. Все это так, разрежем сбоку нашу вот эту вот тему, набир для паяния. Все разрезали. Ветчиняем его. Тан-тан-тан-тан. Что мы внутри видим? А мы видим паялова. Оригинальный койер. Смотрите, тут выштампована койеровская эмблема. И тут у нас койер Чехия написана. Тут дата изготовления. Все как надо, чтобы же, блин, это ж поверили наивные пацики. Если дата есть и Made in Czech Republic, и вот тут вот выбита вот эта эмблемка, то типа это не развод. Смотрим. О, регулятор точно такой же. Текова, текоса, текоса. Короче, на китайском написано непонятно что. Регулятор точно как у кандана. Как такое может быть? Это же не кандан. Это же койер. Если бы хотели подделывать кандан, другое дело. Надо было все как у кандана ставить. Но нет. Это не кандан, это койер, но почему-то одинаковые регуляторы с одинаковой надписью. Как такое может быть? Такого быть не может, ребята, но оно есть. О чем это нам говорит? У кого есть голова, включаем ее и думаем, а у кого нету, верим свято в то, что кандан это Турция. Блин, плохой свет у меня тут. Подойду сюда ближе к подоконнику, детали снять. Тут видно эти вот тены. Короче, все, прокладки, вся эта тема, это, блядь, одного и того же. Поле ягода, кандан, шмандан. Все это Китай, ребятушки. Все точно так же качественно сделано. Все вот один в один тютер-тютер. Наборчик смотрим. Что у нас в наборчике? В наборчике у нас инструкция. Тут всякая, короче, мануал. Тут тыры-пыры. Тыр-пыр 8 дыр. Инструкция эксплуатации, гарантия. Такая балда. О, смотрим насадочки наши. Такие вот насадочки. Насадюлечки. Блин, закручено. Не могу одной рукой открутить. Сейчас положу. Сейчас. Не. Короче, толстенные тут насадки вижу. Потрепал их немного жизнь, лежат они. Такая же, как у кандана, точно такого же цвета, вот шаблон для установки вот розеток, точно такая же рулеточка, фумио, и точно две такие вот заглушки для того, чтобы прикрутить водорозетки к вот этому шаблончику. Точно такая же вот подставочка, как она снимается, вот так она снимается, из силумина она отлита, да, такой вот. Ножницы, так, ножницы, это чешские ножницы, смотрите, ребята, тут на них нарисована эмблема койера чешского, и тут руки не совать, как говорит один обзорщик,
Ножницы действительно такие чешские, увесистые. Не то, что китайские. Но я стебусь, конечно, это китайские ножницы. Просто, ну, есть китайские за 1 гривну, да, там, за муку какую-то. А есть ножницы, да, за адекватные, там, сколько они там стоят, там, 100 гривен, 150 плюс, это в долларов. То есть, долларов 5, вот за 5 долларов мы приобретаем такие толстые ножницы. Но это все китайский Китай, ребятушки. Вот такая вот тема, да. Тут все вот эти вот крутилочки. Тут вот такие у нас ключики. Вот такая вот комплектация. Блин, не могу раскрутить эту башку, чтобы показать вам. Сейчас. Положу вот телефон. Блин, некому. Некому, блин, придержать сейчас. Как же это сделать, блин, куда его положить?